Позитивный, органичный, энергичный, многообразный. Актер театра имени Горького, заслуженный артист России Евгений Эрикович Вейгель. В программе «Ваш выход». Здравствуйте, Евгений Эрикович. Здравствуйте. Мы официально будем с вами общаться, Евгений? Нет, так со мной, мы как бы знакомы большое количество времени. Да, Евгений, вопрос, ну, традиционно начинаем с этого, да? Вы родились в Находке. Да. Портовый город. Да. Кем мечтал стать Женя Вейгель, когда был маленьким? А он мечтал быть или археологом, или спортсменом. А моряком? Нет. Нет? Почему? Ну, как-то так случилось, что я почитал, мне попалась в детстве книжка про инков и про раскопки, и я был так увлечен, что я хотел быть археологом, только не знал, как это все совместить, успевать играть на футбол и как бы ездить на раскопки. И вот у меня была такая дилемма. А потом неожиданно совершенно вот возник театр. Я даже не знаю, как там вот так. Театр как неожиданно возник? В школе? В школе. Нас где-то в классе 5 или 6, я не знаю почему, до сих пор для меня это вот загадка, нас отвели, наш класс, один класс, отвели в Дворец культуры моряков в Находке. И заставили нас учить народные танцы. И мы ходили на народные танцы. Ну вот мы ходили и ходили, и так это все закончилось. А потом где-то, наверное, к концу уже выпуска, в классе 10 как-то возник. А я жил просто рядом с ДКМ. А там был такой театр, народный театр «Бригантина». И как-то я туда попал. И меня все это засосало, да. А потом я после школы пошел на завод работать. И как раз после смены, после работы, ты когда шел в театр, и тебя так радовало. Ты когда там работал где-нибудь под паелами, чистил мазут, и думал, господи, ну ничего, сейчас наступит вечер, я пойду займусь любимым делом. Вот так оно. Слушайте, вот интересно, любимым делом. Но раньше, как я помню, что была такая обязаловка, да, то есть чтобы люди помимо работы, помимо своей основной работы, они занимались еще в каких-то кружках. А вы шли туда совершенно осознанно и с желанием. Да, ну опять же, я все равно не выбирал, у меня было как бы два увлечения. Я к тому времени уже серьезно занимался гандболом. То есть у меня было 3 дня в неделю, я ходил, так сказать, в спортзал. Благо они там рядом, стадион «Водник» и ДКМ. То есть я 3 дня в неделю туда, 3 дня в неделю сюда. Вы, оказавшись во Владивостоке, поступали в Институт искусств. Я знаю, что с первого раза вы туда не поступили. Да, я не поступил. Да. А в чем причина была? Я не знаю. Я слетел с так называемого третьего тура. Это когда этюды дают задания. Я не знаю, почему. Не показалось, может быть. Я не знаю. Я, наверное, расстроился. Но я уехал в Находку. И как бы хорошо себя чувствовал. Сидел дома, читал книжки. А потом пришла приятельница, с которой мы ходили в народный театр. А она музыкант. И она училась, закончила музыкальное училище в Находке. Рита, она пришла и говорит: слушай, Жень, поехали со мной в Хабаровск. Я говорю: зачем? Она говорит: ну мне скучно, я не могу, я одна, я буду поступать там. Поехали за компанию. Я говорю: ну. А говорю, когда ехать? Она говорит: ну завтра. Я говорю: ну ладно, поехали. То есть она вас пригласила в Институт культуры, в Хабаровск. Я поехал в Хабаровский государственный институт культуры, ГИК. И я с ней поехал. За компанию, чтобы ей было, так сказать, ну, не страшно. А стали сдавать экзамены, там буквально, я не знаю, там дня 2-3 прошло, она приходит и говорит: Жень, слушай, что ты так подумала? Я так уже устала учиться и опять учиться. Я говорю: Рита! Но она вот уехала, а я остался. Я не рассчитывал, что я поступлю, потому что я специальность, я сдал там все нормально, а общеобразовательные предметы как-то я так. И был уверен, да. В день зачисления я купил билет в Находку, и там с товарищем Миша Ференцев. Он говорит: ну пойдем, будем слушать. У тебя фамилия неизвестная, моя странная, будем, не промахнемся.
И вот, и оказалось, что мы вот с ним вместе поступили. Поступили. Да. А сколько проучились? Два года. Я 2 года проучился. У нас был такой руководитель курса Виктор Викторович Сорвин. Он по тем временам, наверное, такой был революционер. Он нам многое давал. А сподвигло то, что он уходил из института. Я так понимал, что вот мне уже неинтересно. И я как бы поехал. В стройотряд. Так. Родителям сказал, что я поехал в стройотряд. Я приехал к родителям. И оттуда уехал в Владивосток. Ну, то есть, я не поняла. То есть, в стройотряд вы не попали, не поехали? Нет, я не поехал, да. Ну, то я есть, солгал. Вы сказали, но не поехали. Да, я солгал. И приехали во Владивосток. Снова поступать? Поступать, да. Мне вообще интересно, а как родители к этому отнеслись? Родные? Родители, наверное, отнеслись. Я не знаю, как бы. Я понимаю, что им, наверное, было тяжело. Они сразу, наверное, представили, что все равно же надо там помогать. Нет, папа спросил: а ты сразу уже на третий? Ну, как бы логично, ты же 2 года отучился. Я говорю, нет, они настолько разные институты, что я все заново. На что родители так. Вернемся в 1982 год. Вы заканчиваете институт искусств, специальность актер драматического театра и кино. И оказываетесь в Театре юного зрителя, в ТЮЗе. Да, да. А как вы туда попали? Почему? Ну вот что? Да там как бы достаточно сложная история, наверное, была. Я как бы... Идти было некуда, и было там место, или что, или как? Ну, в принципе, наверное, так оно и возникло, потому что до этого приезжал Свердловский театр драмы, а мы там были заняты в 2 или 3 спектаклях, и мы с супругой зимой поехали в Свердловск, там у нее родственники, и я был уверен, что я как бы там... И мы пришли туда, на что нам ответили, что его не стало, главного режиссера. А у него целый курс, 4-й. И директор говорит, я не знаю, куда девать. Потом мы пошли на электричку, чтобы поехать к бабушке в Первоуральск. И проходили мимо ТЮЗа. Я говорю, слушай, пойдем зайдем. Вот нарочно. Мы зашли в ТЮЗ. А главным режиссером был Дмитрий Астрахан. Тогда он еще был просто. И он мне сказал, он уже такой эмоциональный. Старик, все, приходите завтра, но нужен худсовет. Ну, я все беру, а я играл здесь в спектакле «Приключения ТСГФ», Гекльберри Финна. Это... Вот, и это Гинкас ставил, Камбан Гинкас. И, короче говоря, мы сели в электричку, поехали. Я говорю, здрасте, я хотел в драму и в ТЮЗ. В общем, мы не пошли. А в Оконцове получилось так, что я пошел в ТЮЗ. Сколько проработал? Да. Я проработал 4 года, до 86-го. После гастроли я решил... И в 86-м оказались в Театре Горького. Как-то так все срослось, что... Ну, а как? Я решил... Я для себя решил, что я... я уйду из театра. Куда, не знаю. Куда получится. Я собирался пойти в Театр Горького, потому что я тогда пришел уже Ефим Семенович, я смотрел несколько спектаклей, и мне это очень нравилось. И я просто супруге сказал, что Таня, если не возьмет, значит, придется ехать в другие города. Не знаю, какие. Ты по характеру авантюрист какой-то степени, да? Сейчас нет, а раньше был, да. Я согласен, да. Раньше у меня был такой авантюрный характер. Я и хотела задать вопрос. Студенты, они же грезят, студенты, они же все талантливые. И для них Москва, и они думают, что они туда приедут, и их сразу возьмут в театре на подмостке на первые роли.
такой задор студенческий, да, вот, было такое вообще желание? Вот ты сейчас говоришь, что ну, вот обстоятельства подводили к тому, что ты задумался о том, что поеду туда, не знаю куда, куда, как говорится, вывезет. А вообще было желание там в Москву поехать, в Новосибирск? Нет, в Москву не было желания. Я не знаю, почему у меня с ней вообще как бы такие отношения. Я понимаю, что работать там хорошо. Угу. Жить, наверное, некомфортно. Хотя, с другой стороны, со временем я понял, если бы жить где-нибудь на Патриарших и работать я Петро, в принципе, все достаточно комфортно. Нет, у нас был вариант, мы тогда же как там молодые артисты приходили и молодые специалисты, им там обязаны были предоставить там какое-нибудь жилье. У нас жилья не было, мы ездили там к бабушке каждый день в Артем на репетицию, после репетиции. Ну, тогда было проще, тогда точно там в 22:10 уходила электричка и до Артема. И потом Сережа Степанченко прислал мне, а он уехал в Сызрань. И Сережа Степанченко, короче говоря, нам пришла телеграмма от главного режиссера Сызранского театра о том, что они нам предоставляют проезд, оплату там какую-то, ну, короче, подъемные, то есть все. Я с этой телеграммой пришел к директору и говорю, что ну, у меня же нету ничего, ну вот у меня и отпустите, пожалуйста. Вот он вот так вот сделал, достал ключ, и у нас появилась гостинка, да, и как бы... Мы не могли уехать. Вопрос такой личный. Хочешь, отвечай, хочешь, нет. Но как ты познакомился с женой? Потому что изначально нашего интервью, нашего разговора, ты постоянно упоминаешь... Мы познакомились на абитуре. Это, наверное, произошло, я не знаю, там день на второй. Ну, естественно, поступили там... Туда-сюда, как бы, а в зимние каникулы, я не знал, где находится, я знал, что где-то есть этот город Дальнегорск. Ну хорошо, у меня бабушка там в Артеме. Короче говоря, я купил билет, еще была пурга, я там 2 дня сидел в Артеме, благо где было сидеть. Ну вот я сел на самолет. Прилетел тогда в Ковалерово, еле-еле там, вот это ж проблема была, а потом нужно было добраться до Дальнегорска на автобусе. Этот перевал, зима. Я знал адрес, то есть меня никто не ждал. Я вот нашел адрес, переехал, ну, постучался, сказал, здрасте. Вот и я. И так вот, здрасте. Здрасте. И снова здравствуйте. На протяжении стольких лет. Да, да, ну, да, здорово. Да. И жена ваша тоже работает... Как, кстати, ее зовут? Татьяна. Татьяна работает с вами вместе в театре Горького. Да, Татьяна была долгое время актрисой. Она работала актрисой в ТЮЗе. Потом я ее в театр Горького. Она работала долгое время актрисой. А потом Ефим Семенович предложил ей стать завтруппой. Я уже очень долго. Она завтруппой. Так что начальник мой. Жень, в 2010 году ты получил звание заслуженный артист России. Да, да. Как ты к этому отнесся вообще? Вот твои эмоции, твои впечатления на тот момент. Да. Ты ждал этого звания или это было неожиданно? Да с этим званием, ну, я даже не знаю как. Достаточно неожиданно оно возникло, просто о нем говорили так много и долго. Но мы действительно далеко живем. Это да. Да, ну, очень далеко. И каждый раз, меня несколько раз поздравляли со званием. Я говорю, откуда вы взяли, ребят? Первый, наверное, по-моему, Сережа Крашенинников. О, Жека, поздравляю. Я говорю, Сереж, с чем? Это было, наверное, еще... Там, в году 2005-м. Я говорю, Сережа, я прочитал. Я говорю, не знаю. Да, долго было. Долго, и когда оно возникло, честно, эмоций больших я не испытал. Потому что если бы это, может, было бы чуточку там
раньше на десятилетие или там лет на пять. Ну да, ну, конечно, да, да, когда тогда эмоции они другие. А так достаточно спокойно, и я вот, ну, то есть, не побежал, то есть там. Но все равно согласись, что престижно, правда? Что не, ну, приятно. Приятно. Ну, оно приятно, но и в общем накладывает определенную такую степень ответственности. Потому я всегда думаю, ну вот ты там играешь с кем-нибудь, да? А ты плохо играешь. Угу. А вот обыкновенный артист играет хорошо. И вот зритель скажет, вот смотри, этот, ну вот нормальный, почему он без звания? А скажи, пожалуйста, как ты относишься к молодым артистам, студентам, которые приходят в театр и которые тоже начинают искать себя на подмостках? Я хорошо к ним отношусь, очень хорошо. И по возможности, ну, стараюсь там чем-то помочь. Вообще, они замечательные, у них другое время замечательное, они выросли в другое время, они мыслят иначе, у них все иначе. Mm-hmm. Они свободнее, чем мы в своих выражениях. Есть, конечно, какие-то там нюансы, но вообще у нас сейчас какие-то такие крепкие ребята. Я тут mm-hmm. недавно как-то смотрел репетицию и какой-то ввод там, что там. Mm-hmm. А, не ввод! Да, они сделали очень замечательный номер на юбилее Ефима Семеновича. Uh-huh. И там вот молодые они все. Их там приличная такая когорта. И я как-то так смотрю, и мне думаю, ну вот они же уже вот-вот. На уже пятки готовы, наступают, да? Да? И, но почему-то стало так вот радостно. Думаю, ну где-нибудь все равно же какой-нибудь там. Старичок же нужен какой-нибудь. А ты, кстати, вот, ну, смотришь на них, а тебе не кажется, что, может быть, есть какой-то студент где-то по характеру, да, по, да, энергетике, есть, похожий, ну, на тебя? Не было, но вот сейчас как-то смотрю, там появился, и я так думаю, о, чем-то что-то такое mm-hmm. есть. Не было, вот как-то так. Возник, да. Я даже. Жень, ты занят полностью в репертуаре театра. Скажи, твоя самая, есть такое, самая любимая роль? Ну, вот самая любимая, или самая желанная, или самая, может быть, комфортная роль? Ну, комфортных много. Я, честно говоря, вообще, это счастье, когда, ну, я говорю как бы за себя. Счастье, что у тебя есть работа, и что ты, так сказать, востребован, и что тебе там доверяют что-то. Угу. Поэтому, в принципе, все роли, ну да, есть какая-то там одна, вторая, третья, но я их все люблю. Ну, а спектакль самый-самый, вот когда вот... Они мне все, ну, в каждом есть, ну, какая-то история. Изюминка, да? Ну, Иванов, например, ну, потому что мы его и делали так. Какая-то атмосфера была, я помню, просто чумовая. Это, кстати, вот единственный спектакль, наверное, угу. когда за кулисами вообще тишина, и никто о бытовых каких-то вещах вообще не разговаривает. Все как-то вот в себе. Да нет, ну много. Поминалка та же. Угу. Сейчас вот джаз, я вообще, хотя я в двух джазах был. Мастер. Да, ну, все такие спектакли, которые, ну, действительно знаковые, то есть они делают имя не только театру Горького, ну, я имею в виду вот просто как театру Горького, а еще и труппе, которая делает этот театр. Жень, Ефим Семенович Звеняцкий, художественный руководитель театра Горького, называет тебя мэтром. Вот скажи, ты от него это слышал когда-нибудь? Ну, нет, мы в хороших отношениях, но как бы мэтром, наверное, нет, мне как бы так в глаза, наверное, не говорил. Ну, вот теперь ты знаешь, да. Что называет тебя мэтром и совершенно искренне. Вот ты сейчас узнал, что ты мэтр, да? Тогда... Хорошо, не мэтр. Что это накладывает тогда? Какую ответственность еще дополнительную? Мало того, что заслуженный артист России, еще и мэтр. Честно, я вообще не задумываюсь там
про мэтра, угу. там, или заслуженный артист. Ну, артист и артист, ну, есть там, ну, заслуженный, но это... На меня это, грубо говоря, ну, не давлеет. Я достаточно спокойно к этому отношусь. Это очень хорошее качество. То есть звездные болезни... К счастью, да. Ну, так повезло, наверное, родители. Наверное, благодаря родителям, что как-то так было в семье заведено. То есть я не болел. Такой вопрос. Как тебе удается, ну, если можно так сказать, по-театральному, да, перепрыгивать с одной роли на другую? То есть сейчас ты играешь характерную роль. Через 10 минут у тебя задача сыграть что-то драматическое. Или там супер какого-то смешного героя. И ты можешь перевоплощаться в одну минуту, в одну секунду. Вот как тебе это удается? В общем, героя же выдумываешь, да, помимо того, что сначала его выдумал драматург, а потом драматург же пишет просто про героя, а потом появляется артист, причем ты же сама знаешь, что один и тот же артист, одну и ту же, вернее, разные артисты, одну и ту же роль играет совсем по-другому. Ну, как-то что-то пытаешься что-то найти в одном, в другом, в третьем. Смотря что ты репетируешь там, если ты репетируешь там с любимыми не расставайтесь там, ну да, подсмотренный где-то, ну чуть-чуть подсмотренный, а дальше как бы доработанный. А потом я очень люблю, тут мне недавно парикмахер говорит, вы знаете, Евгений Ильич, я посчитала, вас больше всего... растительности в спектаклях. Я говорю, да? Я говорю, ну, наверное, так оно и есть. Я люблю фотографировать, будь это с экрана или где-то на улице незаметно. Если есть там что-то, там, брови какие-то там, какие-то бакенбарды такие. Ну, интересно. Ну, да, и у меня такая галерея. А вдруг? А может, оно вообще ничего не пригодится? Ну, а вдруг оно раз вот всплывет, и ты, а у меня уже есть. Уже архивчик уже накоплен. Да. Театр без интриг никак и никуда. Наверное. Но, наверное, нам действительно как-то повезло. Или не повезло с интригами. У нас достаточно все ровно, симпатично. Ну, если возникают, не участвовал. Если возникают какие-то вот конфликты там, без этого никак нельзя. Как они решаются? Как люди? Да, наверное, они решаются все достаточно, ну, как бы просто не гипертрофированно, ну, нормально. Рабочие просто... отношения. Коллектив театра Горького, он настолько слаженный и сплоченный, что когда мы тоже работали студентами, замечательный спектакль «Синие кони на красной траве» про Владимира Ильича Ленина. Это я вот как раз, а вот я перешел с Ружбайками бегали. Да, и я тоже там еще успел. Вот. И то, как к нам относились артисты театра Горького, актеры, актрисы, и нас, этих зеленых студентов, собственно говоря, никто не пинал, и наоборот, как бы нам помогали. И мы видели, какие отношения между людьми в театре, там, между всеми причем, и обслуживающим персоналом, да, вот, и теми, кто работает на сцене. То есть это были очень теплые отношения. И у меня с тех пор осталось впечатление, что театр Горького – это действительно единая такая как бы семья. Вот. Ну, но оно, в каждой семье бывает всякое. Оно все так и сохранилось. Ну действительно, у нас мы хорошо живем. Мы как бы дружны. Наверное, что-то бывает. Ну, наверное, не без этого. Да, конечно. Но это, в общем-то, нормальные отношения. И дай-то Бог, чтобы так и было хорошо. Да. Жень, как-то ты сказал, я прямо сейчас, знаешь, даже зачитаю. Да, ладно. Здорово, когда зритель подкидывает дрова в топку. Это я так говорил? Да, это как? Когда он тебя понимает... И
И ты тогда входишь, ну, в такой араш, он тебе поддает, есть реакция, и тогда есть еще больше удовольствия. Есть такое у актеров суеверие, что нельзя смотреть в глаза зрителю? Вот, потому что, ну, я просто слышала о таком, что когда выходит актер на сцену, ну, мало ли, он там настроение, может, еще там роль надо играть. И тут он встречается глазами с недоброжелательным, например, зрителем, и все. Видишь как? Артисты, они же тоже все разные. Кто-то выходит и замечает, вот там Сидоров сидит, там еще кто-то, там... То есть там спит вроде, там улыбается. Есть артисты, которые выходят, и они просто вот зал видят все. Я не люблю. То есть, ну вот у меня есть эта рампа, эта вот стена. Я не люблю. Это, может быть, на поклоне ты. Ну да. Посмотреть. Как зритель. Да. Да. Хлопает. Ну опять же, это мы все разные, и это у всех своя какая-то история. А как ты думаешь, зачем считаешь, думаешь, зачем зритель ходит в театр? Да по-разному. По-разному. Кто зачем? Кто зачем? Кто-то на комедию, наверное, просто чтобы. Расслабиться, не знаю, плохое слово, расслабиться, но ну, как-то отдохнуть. Смех же, он тоже, так сказать, средство от сердечной боли. А на более серьезные спектакли, ну, сопереживать там герою, как-то может перенести эту ситуацию на себя. Когда что-то, ну, происходит с человеком, у меня, ну, бывали такие случаи, когда там, например, залетает человек, говорит, я не хотел идти там какой-то, ну, какой-то там горе у него было там. И, ну, вот супруга его там заставила идти на спектакль. И вот он, видно, досидел до конца, и он залетает в гримерку, говорит, слушай, вообще не хотел идти никуда. Блин, спасибо, я вот отошел, да. Я такой, ну вот, хорошо. Когда тебе плохо, тебе же не всегда хорошо, правильно? Да. У человека есть человек, все разные настроения и разные ситуации, допустим, там, бытовые и так далее, ты их переживаешь. Да просто ты приболел. Как ты с этим справляешься? Потому что тебе нужно выходить на сцену. Да, ну вот это, ну да, тут, конечно, есть это такая история, там, перебороть себя как-то. А я даже не знаю, честно, не знаю. Ну, на бытовом уровне, если я там заболел, то, конечно, супруга, которая рядом, это она там такая, у меня батарейка энерджайзер в этом отношении, все, что меня касается, потому что я могу так это сразу рассупониться. Она, наверное, мне не дает. А в театре, я даже не знаю, ну, оно как-то происходит так. Я не говорю себе там какие-то слова, нет, надо, да и там тряпка, соберись, нет. Нет, иногда я себе говорю, это я когда-то, у меня есть такое любимое выражение, я когда-то, будучи совсем юным человеком, а я, послушай, я в школе учился, да, я прочитал, где-то был такой армянский актер Папазян, и он играл Отелло. И перед тем, как выходить на сцену, и чтобы себя завести, он там упасил себя по щекам и говорил, кто сказал, что Папазян плохой артист, кто сказал, что Папазян плохой. И то есть это вот он так заводил себя и шел туда на сцену рвать и метать в рулет. И вот я иногда тоже себе говорю, кто тебе сказал, что ты плохой, что я плохой артист. И на сцену. Иногда тогда делаю. Есть какой-нибудь, знаешь, такой жизненный девиз? Нет. Ну, кроме того, что кто сказал, что я плохой актер? Да нет, ну, вообще, чем, ну, может старше, быть, какой-то... чем старше становишься, тем... Жень, ну, может, какое-то убеждение, там, ну, как говорится... Нет, убеждение одно, жить здорово, вот честно. Оно дурацкая фраза, звучащая. Почему это оно дурацкое? Нет, я имею в виду, оно... Есть какая-то передача такая...
на Первом канале жить здорово или еще что-то. Ну, блин, ну да, да, да. Я когда слышу эту музыку, что пам-пам-пам, жить здорово. И я нервничаю, переключаю. Но вообще жить здорово. Самый простой и самый сложный вопрос. Твои пожелания нашим телезрителям. Ой, сложно, конечно, с этими пожеланиями. Угу. Всегда не знаешь, что пожелать. Всегда желаешь как бы самого лучшего. Грубо говоря, все, что желаешь сам себе, то бы пожелал и зрителям. Да, сейчас одного, наверное, добра, мира, не знаю, благополучия в семьях, в стране, в каждом доме. Ну, наверное, может быть, как это, пресно сказал, но самое главное, это сейчас одно, чтобы было все хорошо. Все, я всегда вспоминаю, когда еще было хорошо вообще все. И эта дурацкая фраза, она всегда звучала, когда люди собирались там где-нибудь за столом, неважно какое событие. Один из тостов всегда был, ну, чтобы не было войны. И всегда произносили как-то немножко так, со смехом. Мы привыкли, что все спокойно. Ну, честно. Жень, спасибо большое. Очень искренне и от души. Спасибо. На этом программа «Ваш выход» завершена. Я напоминаю, что у нас в гостях был заслуженный артист России, актер театра имени Горького Евгений Эрикович Вейгель. Всем всего самого доброго, всего самого хорошего. Будьте счастливы хотя бы немного.